Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Ну, надеюсь, опять-таки в привычном, понятном и ожидаемом для нас режиме. Поэтому понимаете прекрасно, что происходит в этой студии, студии своего радио с 8 до 10 по будням. Сегодня, как мне кажется, понедельник. Я могу заблудиться немножко в датах, потому что с выходными не очень хорошо. Понедельник же сегодня, правда? Понедельник. Ну и сегодня мы открываем неделю замечательным коллективом, который я представлю чуть позже. Здесь у нас традиция. Сначала песня в качестве музыкальной заявки. А потом уже познакомимся лично. Но знаете вы их прекрасно. Песни в ротации достаточно давно присутствуют. И реакция на эти песни весьма и весьма положительная. А сегодня, как водится, живьем. Они снова покажут уже не в первый раз, на что способны. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали.
Ну вот начало положено, собственно говоря. Здесь сегодня Wake Me Up, коллектив, который приветствует аудиторию практически стоя. Ну, просто потому, что музыка у них хорошая, и альбом сегодня представляет свой новый. В общем, все срослось, все сошлось. Давайте будем представляться. Ну, я сейчас буду вас называть. Понятное дело, барабанщик человек, хоть и новый человек в коллективе, но все знает прекрасно. Микрофончик себе поближе подтянул. Молодец. Объяснять ничего не нужно хотя бы. Ксения Островская, вокал, тексты. Здравствуйте. Обаяние группы еще надо добавлять. Ксения Островская, вокал, тексты, обаяние. Обаяние. Далее гитара, автор музыки Николай Орлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тут серьезный человек. Ну, автор музыки же пришел. Супермен. Я фраг поправлю только сейчас. Ну, да, аккуратно. Делать. Можешь микрофон к себе выше потянуть. Что ты к нему наклоняешь? Не ты кланяться к нему должен, а он к тебе должен. Можешь еще выше. Удобно же. Привет тебе. Более-менее. Далее. Бас-гитар Вадим Тамахин. Добрый вечер. Ну и барабанщик коллектива Никит Лукьянов. Всем привет. Вот с Никитой мы будем знакомиться сегодня, я так понимаю, правильно? С он... Вадимом можете тоже познакомиться. Нет, мы с ним знакомы. Откуда-то? Но с нами он еще... Подожди, я не помню, откуда мы с ним знакомы. Вот сейчас не могу вспомнить. Ну, мельтешит лица периодически. Но где-то ты играл же ведь, и играешь. Делайте ваши ставки, господа. Напомни мне, пожалуйста, иди, а то уж я спать не буду сегодня. Группа замечательная, с названием, которое пишется неправильно, Manchester. Дайте Бог здоровья, спасибо. Совершенно верно, Манчестер. Ну, а с Никитой пока не знакомы, но по ходу эфира познакомимся поближе. Конечно. Хорошо? Спасибо большое. Итак, Wake Me Up, сегодня новый альбом, я так понимаю, презентация альбома «Дом». «Дуам». «Дуам»? Я неправильно произношу, оказывается. Альбом называется «Дуам». Спасибо большое. До сих пор мне, честно говоря, казалось, что я был на верной позиции, на верном пути. Нет, оказалось, что ошибся. Кто придумал такое удивительное название для альбома? У Ксюши такая тактика. Если вдруг кто-то и виноват во всех бедах человечества, то, естественно, я. Понятно. В общем, ты придумал, ты отдувайся теперь. Ну, в общем, приходится. Итак, сегодня Wake Me Up, их новый альбом «Дом». А я напомню вам, как с нами связываться. Это бывает тоже важно. Если вы хотите написать смс-ку, все делается просто. 4647, это короткий номер для ваших смс-ок. Стоит это удовольствие всего 5.30. По-моему, нет ни одной радиостанции, где такие дешевые смс-ки. Кто знает, может быть, вам просто удобнее писать смс-ки. В данный момент вы находитесь не у компьютера, чем, скажем, строчить ВКонтакте. Так вот, 4647, свои, пробел, а дальше ваше сообщение. Это могут быть эмоции, впечатления, вопросы. Делитесь всем, что есть на сердце. Теперь возьмем сообщество. Сообщество свое радио, собственно, ВКонтакте. Wake Me Up. Уже давно анонс выложен с красивой фотографией в каком-то бункере кирпично-деревянном. Но хорошее место. Я уважаю фотографов, которые знают, как правильно посадить или поставить коллектив, чтобы он выгодно смотрелся на безобразие, которое за спиной. Красивая фотка, правда, красивая. Ну и там в тексте анонса группа Wake Me Up выделена синим. Это, значит, активная ссылка, кликая на которую вы моментально оказываетесь у них в сообществе, а там уже, вступая в ряды этого сообщества, получаете всю нужную вам информацию в первую очередь о концертах, о турах, об альбомах, ну, обо всем, что происходит с командой. Чаты. Один из них на сайте своего радио, своерадио.фм. Там просто написано «чат». Заблудиться невозможно. Можете писать там. Можно видеть все, что в этой студии происходит. Для этого там же на сайте вы обнаруживаете, пожалуйста, сверху плеер длинненький, оранжевенький такой, сверху онлайн-аудио. Это чтобы слушать, кстати, в аудиопотоке звук гораздо лучше, чем в видеокартинке. Так уж получается, что там правильный звук. А в видеокартинке есть картинка, со звуком чуть похуже, но зато вы можете видеть все, что здесь происходит. Синий кружочек такой наблюдаете в этом же плеере. Кликаете, и вот спасибо большое планете за предоставляемую нам картинку. Там же есть чат, в котором тоже можно отписываться. Это все, что касается коннекта. Теперь к коллективу. Это какой по счету альбом? Пятый? Дуам? Какой? Второй. Второй. Понятно, что второй. С первым вы у нас уже были. Да. Второй альбом, который писался, как мне, если мне память не изменяет, год. Полтора. Нет. Больше? Год. Ну, мы начали... Год. Альбом «Дуам» писался год. Год. Год писался этот альбом, но в него попали, мне кажется, песни, которые и знакомы в общем публике. То ведь синглы же вы выпускали. Ну, два сингла, да. Два сингла. То есть они там же в этом альбоме не имеют места быть. Замечательно. Как называлась первая песня? «Тори-Тори». Как? «Тори-Тори». Есть такая группа «Лори-Лори». Я подумал по аналогии просто. Нет. «Тори-Тори». Теперь вот какой момент важен тоже для меня. Что случилось, почему поменялась ритм секции? Потому что кризис. Мне платят меньше. Ах, ты экономнее просто. Ты ешь меньше, судя по всему. Смотрю на тебя и понимаю, что ты питаешься Святым Духом. Хотя, собственно, не только ты. Вадик тоже, между прочим, худенький такой. Я набрал 8 килограмм недавно. Ну-ка, встань. Я хочу, чтобы это видели.
Подожди, а куда ты, в какое место их набрал? Он их, по-моему, в бутылку набрал, которую просил. Господи, прости, где там эти 8 килограмм? Откуда ты их взял? Откуда ты их себе придумал? Давайте так, надо бы сейчас, наверное, немножечко больше вдарить по мозгу, по сознанию, на что-то еще спеть. А дальше пойдем уже беседовать. Ладушки, что будет дальше? Воздух. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня «Wake Me Up». Поехали. Я не знаю.
Слушай, скажи, пожалуйста, а я вот не помню, ну просто действительно, может быть, что-то у меня выскочило из головы. А новые песни с нового альбома мне кто-нибудь присылал от вас? Но я, наверное. Да, да, да. Серьезно? Да. Как давно? Ну, «Воздух» — это был сингл. У нас «Воздух» я понимаю. И «Амиря». А где? Альбом я присылала к тебе ВКонтакте, в личку присылала. Серьезно? Да, да. Ну, извини, что-то, значит, видимо, где-то проскочил. Потому что, ну, правда, очень много почты. Еще раз, ладно? Сегодня же прямо не напомню. Пришлю, пришлю. Пришли, да. Пожалуйста. Ну, как-то так получается, потому что очень много писем, не всегда все успеваешь. Нет, ты послушал с конца, взял самую бонус-трек, сказал, что тебе больше всего понравился бонус-трек. Да. Такой попсовенький. И это... Это, на твой взгляд, он попсовенький. Не надо вот это делать. Это, на твой взгляд, он попсовенький. Ну, так. Да, сказал, его беру, остальные потом послушаю. Вот, а все, значит, все нормально, да. Тогда все нормально, тогда все у меня было. А то я думаю, что я понимаю, я помню, что вроде бы я отслушивал. Тут в чате на планете товарищ по имени Юнот написал сообщение совершенно уникальное, на мой взгляд. Это Юля Усова, теперь я уже понимаю. Я прочитаю, как написано. А почему-то мне помнилось, что Ксения светленькая. Дальше пишет она. Такая, я светленькая. Такая совсем блонди во всем. Вот эта приписка «во всем» немножко меня, конечно, смутила. Я не помню, чтобы Ксюша была блондинкой с той точки зрения, как говорят. Да, такая блондинка-блондинка. Нет, ничего подобного. Девочка с хваткой, девочка со взглядом, девочка с пониманием того, что она делает. И это сейчас не о блондинке, это я о тебе. Спасибо. Вот и все. А сегодня здесь... Да, спасибо. Спасибо. Спасибо маме, спасибо папе. Спасибо дому. Сегодня альбом «Дом» от группы Wake Me Up. В общем-то, и презентация, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, для кого-то новое для человека знакомство. Но, кроме всего прочего, уже много написано всяческих всплесков. Знаете, такие всплески эмоциональные от людей. Когда познакомился с группой на прошлом эфире программы. Вот. «Простите, опоздуна», пишет Вера Князева. «Слушала запись «Живых», но вовремя вспомнила, что новый эфир начался». Вот, понимаешь, вот сейчас сидел, слушала «Wake Me Up». «Дослушаю запись потом. Группа на душу легла с первых же слов». «Редко исполнитель нравится с первого прослушивания, но именно это тот случай. Ребят, спасибо за прекрасное творчество. Вы уже в моем сердце и в наушниках». Екатерина Толстого. Подожди секундочку. Вот, я вот сейчас начну думать, что ты блондинка. Подожди. Терпи. Значит, Павлюков, не знаю, у нас как... барабанщик за сердце держится. Нет, подожди, что-то с ним это... Подожди, он сегодня должен скинуть 8 килограмм. «Неожиданно для меня голос сильный, музыка класс». Вот для человека неожиданность. «Приятно, что открытие». Сергей Цуканов. «Ток включился, привет свои, зацепило с первого раза. Такое со мной нечасто бывает». Екатерина Толстова. Это я уже читал. Ильгиз Амиров. «Привет всем живым. Спасибо живым, что познакомил меня с такой замечательной группой, как Wake Me Up. Я с того эфира их поклонник. Сейчас буду наслаждаться их новым альбомом и новым выступлением». Кристина Шитикова. Щитикова. Шитикова не так звучит. Кристина Щитикова. «Тут еще созрел вопросик. Как писался ваш альбом?» Я люблю такие вопросы. Ой, это на очень долгий будет ответ. Прям. Дальше вопрос. Было тяжело? Было непросто. Были ли какие-нибудь забавные моменты, пока писался альбом? Есть ли у вас наилюбимейшая песня вообще? Если да, то почему именно она? Что вы из последнего в своем плейлисте... слушали. Ну, то есть имеется в виду не свое последнее, а кого-то чего-то такого свежего. Обычно на этот вопрос отвечать, мне кажется, ни один артист не берется, что значит, как писался ваш альбом. Вот сел я, значит, как-то так, да, выпил чаечку крепенького, задумался, покусал карандаш и начал писать альбом. Ну, как еще по-другому-то бывает? Как писался? Ну, тяжко было? Ну, не тяжко, это интересный процесс, очень такой трудоемкий, интересный, захватывающий. Но не сказать, что было легко и просто, конечно, нелегко. А тем более, что Мише пришлось уехать по работе в Тольятти, по-моему, да, посрочно. Поэтому мы собирались несколько сроки должны были быть другие, и все должно было быть другому, а барабанщик уезжает, и нам пришлось все очень скомканно делать, поэтому было непросто, но очень интересно. Это ответ твой на вопрос, как писался альбом. Я могу очень долго рассказывать. Хорошо, но ты же ответил. Ну, я уже ответила. Иван Петров написал: всем вечера свои. Несколько раз было так, что вокалистка группы приходила в чеховские посиделки. Дважды, по-моему, да? Так Чехову приходил сюда. «Но заранее я этого не знал», пишет Иван. «Включаю эфир.
А Рома говорит, у нас в гостях Ксения Островская. Первая моя ассоциация – это группа «Принцесса Ангина». А потом узнаю, что это не менее хорошая группа «Wake Me Up». Вопрос к Ксении. Ксения, знакома ли вы со своей полной тезкой из «Принцессы Ангины»? Не знакома. И вопрос фантазии. Что бы вы первое сделали, случайно узнав или встретив вашего близнеца? Хорошего. Обрадовалась, подошла, поцеловала и вообще... Можно же столько дел вообще воротить. Тебе нужно идти куда-нибудь, а ты посылаешь человека другого. И сказала бы, эх, папа, ой, молодец, папа, а кто у нас мама? Спросила бы ты у того, кто похож на тебя. Она сейчас долго будет понимать, что я имел в виду. Но были когда-нибудь случаи, кто встречался на пути похожие, не только по имени и фамилии, но вот в данном случае Ксения Островская, просто полное совпадение, а вот так внешне? По духу. А внешне? Нет. Никогда не встречала людей, похожих нет, на себя? Нет. Ну, говорили друзья, что они встретили человека, который прям копия меня. Но я не встречала, нет. Но встречала очень по духу близких. А что значит близкий по духу? Ну, вот мы одинаково мыслим. Они в основном... А как можно понять, что ты одинаково мыслишь человек? Ну, как можно понять, что ты одинаково мыслишь? Ну, на каком-то первом этапе знакомства, там, безусловно, одна-две... Ну, бывает же как. Ты видишь симпатичного тебе приятного человека. Сейчас я говорю не про мальчиков, вообще, в принципе, приятного тебе человека. Это может быть женщина, мужчина, не имеет значения. И вдруг человек говорит, как я люблю, называет фильм, который любишь ты. Все, в этот момент ты будешь пытаться дальше психологически и подсознательно искать что-то еще, что зацепит тебя в этом человеке. А все плохое и все мимо проходящее будешь отбрасывать. Ты разве не знала об этом? Это трюк. Обычный трюк. Именно на этот трюк мальчики и девочек-то и подлавливают частенько. Подожди секунду, ты махни. Да, чего? Именно так меня и взяли в группу. То есть ты признался ей, что ты знаешь то, что она знает она. Да. Прочитал. Вот это очень часто бывает, когда интервью какое-нибудь прочитает человек, знает о том, к кому идет, как можно больше, потом приходит и говорит, так, вскользь как бы. Ну, вы знаете, там, вот в это ваше... Песню никогда не слышал. Ну, такая классная песня у вас. Он не признается, что не слышал эту песню. Такая классная песня, помню, вот слушал я ее, сидел дома, думаю, вот эта группа, вот в ней бы мне поиграть. Родная душа. Все? И ты понимаешь, да? Вот она, родная душа. Вот так ты подловил ее? Да. Нет, а если серьезно, как вдруг так вышло? Рассказывай, я же обещал про ритм-секцию немножко побольше. Расскажи. У нас Вадим играет с нами уже там с сентября, с октября. И когда уехал Миша, Вадим вспомнил, что он с Никитой знаком, обратился к Никите. Никита... А до этого не вспоминал. Я грустил. Когда Мише уже пришлось окончательно свалить, тогда мы прям занялись поисками. Вот так. Худого барабанщика. Никита, а ты где играл до того, как пришел Wake Me Up? Вообще или с Вадимом именно? Как удобнее. Расскажи, пожалуйста, вообще и с Вадимом. Мне просто интересно, где это происходило. С Вадимом играли в рок-группе Phoenix on Fire называется. Так. Вот. Собственно, только там и играли с ним вместе. А без него? А без него играл... Ну, то есть играю сейчас в коллективе Мити Фомина. Вот. В поп-группе Маяковский. Серега, что ты не запикал сейчас вот это место? Так, ладно. Это значит выговор звукорежиссера сегодня. И хорошая группа, что там? Отлично. Где еще? Где еще? Вот, в группе Silverstone и в кавер-группе Breaking Band. Как ты успеваешь-то все? Не знаю. Сказал он. Я понял, на чем сидим. 46-47, это короткий номер для смс ваш. Сначала свои пробельчика, а дальше уже все, что хотели бы сказать. И вопросы можете задавать посредством смс-ок. И, собственно говоря, пишите, пожалуйста, куда угодно. Отовсюду вычитывать стараемся ваши сообщения. Сейчас барабанщика закидают помидорами, прячься скорее за ширму. Алена, я люблю томаты. Не-не-не, на самом деле, секундочку, понятно, что все это шутки шутками, юмор юмором, но как бы это ни было парадоксально для многих, в поп-группах играют чаще всего очень качественные музыканты, вот реально. Это действительно требование того, как мы называем, шоу-бизнеса. Да? Бизнесом назвать это сложно, шоу, это, скорее, базарчик такой, но тем не менее, все-таки плохих музыкантов в попсовые коллективы не берут, поэтому, когда человек говорит, что я играл там у того-то, у того-то, у того-то, а это именно слуху и это имя концертирующего человека, то сразу становится понятно, что вы, в общем, сделали правильный выбор. Там он зарабатывает деньги, а здесь он музыку играет. Это, в общем, две совершенно разные ипостаси. Ничего страшного. Было бы хуже, если бы ты для себя пела вот то, что ты поешь, а так время от времени... В барчиках.
Нет, не пытался, не было таких попыток. Рюмка водки. Ну да-да-да, вот на том самом, да. Нет, не зарабатывала таким образом? Нет. А ведь на этом, мне же косят бабки-то какие на этом деле. Нет. Ты человек не корыстный, ты делаешь любимое дело и плевать, сколько ты за... Да, я тут поняла, что я делаю только то, что я люблю. Ай, молодец какая. Да. Ай, молодец какая. Еще раз хочу напомнить, Wake Me Up сегодня здесь, для тех, кто не очень в курсе. Группа замечательная совершенно, Ксения Островская, вокалистка этого коллектива, она же еще и тексты пишет. Ну, а как, кстати, как у вас, вот то, что такой момент любопытный, обычно, ну, чаще так бывает, когда человек, который пишет текст, он же пишет и музыкальную рыбу. Ну, потому как текст, это же не стихотворение, он рождается как-то сразу с музыкой. Ну, бывает. А у вас разделение такое абсолютное с Никитой Ковчем? Через песню, песня «Зачем?». Очень старая песня, лет 5 назад я ее написала, текст и музыку. А потом уже в одном коллективе мы ее пробовали, не получилось. Здесь получилось, и Коль просто положил на мой текст, на мой положил рыбку. Положил на твой текст? Да. Альбом «Доам» сегодня мы презентуем, группу «Wake Me Up». Вообще у них очень тонкие отношения, «Доам», да. Очень тонкие отношения, пишется текст 5 лет назад, потом все просто Коля кладет на этот текст, и получается замечательное произведение, которое мы сегодня и послушаем, я думаю, через песню, как я понимаю, да? Но, кстати, вот тоже подумалось мне так по ходу, все-таки вот она, в чем разница людей помоложе, в чем отличие от людей постарше. Если бы я сказал, что это было совсем недавно, всего 5 лет назад, в ее устах это прозвучало, это было давно, песню 5 лет назад написала. Старая песня, в общем. Старая песня. Она сейчас будет, нет? Нет, сейчас будет песня «Спи спокойно». И ее я точно тебе присылала, и ты точно ее послушал и прокомментировал. Ну, значит, хорошо все. Все нормально. Все хорошо, да. Вот теперь мне вспомнить... что я тебе писал по этому поводу. Ну, я же обычно пишу то, что рождается в данную секунду. Потом могу забыть, потому что 350 групп, сама понимаешь, что это такое. Ты прислал свои песни, кто-то еще прислал. Я человеку ответил, мог подзабыть. Надо заглянуть сейчас в свои архивы, вытащить. Нет, лучше не читай. Но она моя любимая. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Wake Me Up». Поехали. Я запомню этот урок. Мне плевать, посмеешься спиной.
А хорошо ведь. На звук отвлеклась. Хорошо. И чего тебе звук? Не нравится звук? Не-не-не, звук меня немножко отвлеклась. И отвлеклась от слов. Слова-то новые и не в зубах. И немножко отвлеклась на звук, на регулирование. И вышла из головы. А зачем ты регулируешь звук? Для этого есть специально обученный человек. Я Сереж попросил. Сергей Гибальский, кстати, звукорежиссер программы «Живые». Давайте поаплодируем за тот звук, который вы слышите сегодня. Не отвлекайся больше на звук. Серега, а ты не отвлекай ее, она поет. Ну я так, на всякий случай. Ты не слышишь, что у меня в голове? А, да, это сложный процесс, я полагаю. А ты часто слышишь, что у тебя что-то в голове? Да, голоса, там, музыка. Что говорят голоса? Вставай, вставай, иди. И ты сразу встаешь и идешь? Нет. Просто мне интересно, как это у тебя происходит. Я себе представляю, ты спишь ночью, да? И вдруг голос тебе: вставай. Вставай, вставай. Открываешь глаза, нет никого. И так удивленно смотришь по сторонам, а голос продолжает: вставай. Мне один раз приснилась песня, да. И я прям встала и записала музыку, и слова тоже записала. И потом спать легла. И прямо эта песня живая, она есть, эта песня? Ты ее поешь? Ну, где-то живет, да. Нет, наверное. То есть ты ее не исполняешь, просто хотел бы понять, какую песню ты вот так вот написала. По-моему, на первом альбоме она где-то есть. То есть она. Mm-hmm. Хорошо. Ну, вот это вот, по-моему, мне тоже сильно нравится. Здесь народ, что-то их смоленский народ такой активный, спрашивают, как родилась песня «Тори Тори», вот именно смоленские слушатели. Это наши смоленские подружки. Там девочка Тори, наша подружка. Mm-hmm. И мы писали песню, и одновременно с ней познакомились. Когда у нас был концерт в Смоленске, она нас возила там по всяким mm-hmm. кремлям, кафе, городам, ночлежкам, барам, подворотням. Да. Дальше Николай почему-то требует не продолжать по барам, вот, и подворотням. Тори, да, и песню мы писали, и мы думаем, как же назвать песню, а вот у нас есть прекрасная подружка. А, и... то есть эта песня названа в честь этой подружки, получается. Ну, она не о ней, но в честь нее, да. Подожди, а почему тогда Тори Тори? Она так это... Ну, как-то вот так вот. Тори, а, в этом Тори, смысле. Тори. То есть она футболистка, я так понимаю. Ну, да. Спортсменка. Она хорошая. Спортсмены тоже бывают хорошими, я тебе уверяю. 46-47, это короткий номер для ваших смс. Сначала свои, потом пробильчик, а дальше уже ваше сообщение. Альбом называется «Дом». Почему такое название, скажи мне? Ну, я сейчас не про название, а про ассоциативный ряд, опять же. Ты ищешь свой дом, ты ищешь свой приют до сих пор все еще? Или уже нашла и об этом поешь? В разных песнях по-разному, в зависимости от того. Ну, вообще все песни написаны в разный период. Некоторые старенькие, лет 5 назад. Опять ее, да. Некоторые новенькие, вот прям сначала была записана песня, а потом уже, когда она была записана, я слова положила, так что они прям новые-новые. Но да, везде прослеживается либо поиск дома, либо где-то мне казалось, что я уже нашла свой дом. Ну, надо тексты послушать и понять, мне кажется, все. Ты сейчас про себя? Что тексты послушать, в смысле? Надо было бы послушать. Первый это альбом, ему 3 года, по-моему, да, если я сейчас не ошибаюсь? Нет, год, полтора. Первому альбому. Полтора. Полтора? Да. А, полтора года, да. Ну, правильно. Год, нет, да, чуть-чуть. Были. Все год верно. Чуть с небольшим, и вот сейчас второе. Мы все правильно. Год... Я просто к тому, что песня 5 лет назад написана, а первому альбому годик. А почему тогда эта песня не попала в первый альбом, к примеру? А я в другой группе же раньше играла. Так. И она типа принадлежала той группе. Угу. А потом группа распалась окончательно, уже как бы не собрать ничего. Я решила потихонечку оттуда какие-то треки достать. Но песня твоего авторства? Моего. Так а что тогда думать про другую группу? Это же песня твоя, имеешь полное право. Мне право, моя песня. Ну, и что надо было ждать, чтобы группа-то распалась? Можно было... Ну, у нас было много материала нового. Сейчас у нас тоже, конечно, было много нового, но захотелось что-то старенькое тоже перехватить. Ну, то есть я надеюсь, ты не из тех, кто мудро рассуждает, когда спрашиваешь, почему вот эта песня не вошла в альбом. Человек так это немножко подосанившись говорит, ну, она по концепции не подходит. Да нет, я не из мудрых. Молодец. Ну, в общем, Юля Усова где-то права, наверное. 46-47 – это короткий номер для смс ваших. Сначала свои, пробельчик, а дальше все, что хотели бы сказать, и вопросы, и эмоции делитесь ими, пожалуйста. Вот тут, кстати, Антон Востриков. Вот у меня подружка есть, на мой взгляд, похожая. Фотку скинул подружки, которая с его точки зрения похожа на тебя. Вот иди сюда. Ну, обойди немножко. Мне так ты не увидишь. Мне просто интересно твою реакцию. Пойду поцелую ее, обниму. Что, правда похоже? Очень похоже, конечно.
Ну, почему-то мне так не показал. Ну, ну ладно, значит, похоже. Ну, тогда, Антон, скиньте, пожалуйста, ее данные. Я имею в виду адрес, координаты, чтобы Ксения могла встретить и поцеловать ее. Что-то, значит, привет свои. Ну, вот-вот-вот началось. Что-то в вокале есть от Лусины. Геворкян, не думал ли создавать с ней дуэт? Опирался ли вы на кого-либо при выборе техники пения? Может, это, может, та же Лусины? Ну, рассказывай уже. А я все рассказывала. Ну, ну, человек не слышал, он же не слышал прошлый эфир. Давай немножко еще в двух словах расскажи, откуда, собственно, ноги растут, и пойдем дальше. Ну, музыку я слушала, слушала всегда разную. И «Трактор Лун» я тоже слушала. И «Земфиру», и «Гуана Ипс» я тоже слушала. И, ну, я же не в деревне жила, и не в землянке росла. Вот особенно «Гуана Ипс» повлиял на твое творчество? Ну, люблю. Я слышу, вот такие нотки есть, прям гуановские, эйпловские в смысле. Вопрос-то в том, что голос, вокал твой похож на Луськин. Ну, и ладно, ну, ну похоже. Ну, а что делать? Вот ты, мне кажется, должна отвечать так. А что делать? А что мне сделать? Я сейчас вам анекдот быстренько расскажу, который, мне кажется, можно использовать в этом случае. Правда, советский старый анекдот, когда приезжает некая комиссия с проверкой на завод. А чтобы вы знали, тогда от проходной до цеха были такие тропинки, по которым шли, а вдоль этой тропинки стояли всяческие разные щиты, типа доска славы. И вот на этих щитах висели фотографии лучших сотрудников, и было написано «Лучший там Вася Петров, лучший тот-то». И, значит, проходят они мимо, видят, висит портрет Карла Маркса. И написано «Иван Рабинович». Ну, комиссия немножко в лице председателя подофигела, увидев такое. Карл Маркс, Иван Рабинович. Подходит к директору завода и говорит, что вы понимаете, что вы делаете? Зачем вы Карла Маркса повесили? Говорит, так нет, это Иван Рабинович реально, он такой. С ума сошли, что ли? Ну, как можно? Лучший работник этого месяца вообще Ленина повесили. Давайте мне сюда этого Рабиновича. Приходит к нему Рабинович. В копейку Карл Маркс. В копейку. Ну, вот фотография, все, что есть. И тут на него тупо смотрит и говорит, Иван Исакович, извините, пожалуйста, а вы знаете, на кого похоже? Ну, конечно, знаю. Но, может быть, что-то надо было бы изменить в вашей жизни, что вы имеете в виду? Ну, может быть, побрили бы, хотя бы бороду бы сбрили. Бороду? Ну, бороду, конечно, можно. Но мозжище-то, мозжище мне куда девать? Вот ты и отвечай тогда на этот вопрос этим анекдотом. Ну, да, похож вокал. А что делать? Ну, куда мне девать этот вокал? Не петь? Или уже петь, и чтобы остальные как-то не обращали на эти мелочи внимания. Правильно? Ну, мне, да. Похож, похож. По-моему, я за тебя все сказал. Давай петь дальше будем. Что это будет? Зачем? Что значит зачем? Самая старая песня наша. 5 лет, которая. 5 лет. Кошмар. Какие же древности ты поднимаешь сегодня? Какие же древности? Как всегда, живой звук. Wake Me Up здесь сегодня. Альбом «Дом». Нет, неправильно. «Дом». Вот так надо произносить. Поехали.
ли кто подскажет, как усмирить твой гнев? Уходят, но не должны безумие так хотеть жить. Ответом на вопрос лишь смерть. Зачем? Что сейчас было в твоем взгляде? Вопрос типа, ну как? Ну хорошо, чего? Хорошо. Особенно вокализы, вот это вообще удивительная история. Правда, для меня человек, который умеет петь и пользоваться своим голосом, это я уж не знаю. Вот есть у тебя какой-нибудь, не то чтобы кумир, но человек или люди, которые что-то делают настолько хорошо, что тебя так восхищает, ты этого не умеешь, но ты смотришь на это и просто оторваться не можешь. Что, к примеру? Про футбол не говорим, там, особенно про российский, это бессмысленно. Фигурное катание, к примеру, может быть. Или там, не знаю, стеклодув. Хорошие психотерапевты. А ты на них при этом смотришь, когда они делают свою работу? Мне кажется, тут как раз наоборот, закрыть глаза и расслабиться нужно, если ты общаешься с психотерапевтом. Не, ну люди, которые вот других людей понимают и слышат, меня восхищают сейчас. Ну, это вот в каком-то вот сейчас в бытовом таком. А так, ну, певцы, конечно, разные, много. Ну, значит, ты меня поймешь. В общем, я всегда восхищаюсь теми людьми, которые умеют пользоваться своим голосом в вокальном смысле. В вокальном. При этом голос может быть какого угодно красивого тембра, но человек не умеет петь, и все, и хана. А вот когда человек это умеет делать, и делать это красиво, да еще и так, с такими мелизмами потрясающими. Ну, это супер. Ну, что, все, зашлась в удовольствие. Наконец-то увидел твою улыбку. Напомню, здесь сегодня Wake Me Up. Гитарист жжет не по-детски, пишет Илья Тиняков. Что это был за жест сейчас, Коля, я не понял. То есть ты не хочешь ни о чем, да, на эту тему поговорить? О том, как ты жжешь-то, не по-детски ты поговорить не хочешь, я так понимаю. Да нет, ну просто поиграл, да чуть-чуть, да и все. Ну немножко, ну просто Ксения поет, я чуть-чуть подыгрываю. Все. Вот. Не более чем. Скромный такой. Немножко. Скромный. Но это опять же твоя музыка. Ну да, получилось так, я так понимаю. Что за люди собрались? Получилось так, я так понимаю. Еще раз подчеркну, тексты пишет Ксения, то есть вокал Ксения Островская, а музыку пишет Николай Орлов, гитарист коллектива, он же автор музыки. Я так понимаю, что в большинстве случаев. Ну да, в большинстве. Просто я когда с ребятами работаю, чтобы вот создать вот ту основу, на которую Ксюша там будет уже петь, я уже забываю, кто там что придумал, и поэтому не так важно.
А были случаи, когда кто-то из музыкантов тоже приносил свои музыкальные какие-то наработки, ну, скажем, мелодию, которую можно потом было бы использовать в песне? Или только ты, вот в данном случае, ты тот самый карабасушка, который ничего другому не даешь? Нет, 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 есть у людей хорошие идеи, и вот у новых людей есть хорошие идеи. Ну, правда, мы этих идей еще не видели, да, сказал он? Пока нет. Пока не было времени. Но в любом случае, как я понимаю, здесь нет главенства никакого. Здесь нет ни твоего главенства, ни твоего главенства. Только творчество. Только творчество. А что касаемо творчества? Вот если мы говорим о творчестве, то ведь для того, чтобы понимать друг друга, нужно время. Но не каждая Пушкина, вернее, не каждые стихи Пушкина лягут на любую чью-то музыку, скажем. Давай сейчас мы так пойдем, таким путем. Есть авторы специально, та же Пахмутова с Добронравовым, да, всю жизнь вместе прожившие, написавшие кучу песен. Для того, чтобы музыка соответствовала тексту, или наоборот, текст музыки, люди должны как-то друг друга понимать. Сколько времени ушло для того, на то, чтобы понимать друг друга так тонко и чутко, и песни получались цельными? Такое ощущение, что писал один человек. Ну, я так понимаю, Ксюша ко мне подошла тогда на репетиции вот предыдущей ее группы «Ноль секунд тишины». 5 лет назад? Нет, это когда? 3 года назад. Три года назад. Да, где-то так. И говорит, вот у меня есть песня, говорит, можешь из нее... «Ветер текст. Северных морей» была. Есть текст, такая, пока она песня нет. Свое радио нет, она была мне... со скрипкой такая. А, уже была песня? Да, ага. По-моему, брал ты она ее была... со скрипчиком. Она мне ее скинула просто такую, ну, там, на веб-камеру, такое перевернутое изображение, где она сидит, там просто кусок Ксении попадается с гитарой. И она так ля минор перебирает так аккуратно. Ну, говорит, ну, вот это на блатных, а ты сделай как-нибудь, ну, красиво, можешь? Вот. То есть, видимо, я понял. Сделай красиво. Ля минор это... И ты взял и положил после этого. Значит, ля минор это как раз блатные и есть аккорды. Я так понимаю. Ну, самый, да, ля минорыч. Да? Это на гитаре играешь? Это вот... Так, я бренчу, не более того. А М? Вот такой. Не, этого я не понимаю. А, вот это блат... А, ну да, один из трех основных. Да. Так это ж рок-н-ролл. Так и, конечно. Так это рок-н-ролл, друзья мои, о чем мы говорим тогда? Круто. И вот с тех пор 3 года, да, прошло, и за это время написано уже 2 альбома. Ну, примерно. То есть я сейчас тоже хочу это подчеркнуть, коллеги, вот всего 3 года. Вот в том составе, в том виде. Не, ну официально 2, и там в ноябре 2 было года нам, 9 ноября. Официально же с первого концерта, то есть до первого концерта. Ну у кого как, кто-то считает день основания группы как раз знакомство, например, лидеров коллектива. Ну мы полгода поиграли, а потом через 9 ноября был первый концерт. Получается, 9 ноября нам 2 года, там и 3-4 месяца. Ну, немножко, да, ну, альбом записать. Ну пускай 2,5 года, да? Да. То, вот, теперь я еще раз хочу эту мысль подчеркнуть. Коллективу всего 2 с небольшим года, у них уже 2 альбома. Я убежден, что есть материалы для 3-го альбома уже. Идет. Наверняка не одна песня, может быть, даже поболее есть. Но это совершенно сложившийся, совершенно классно сыгранный, очаровательный совершенно коллектив в хорошем смысле. Без какой-либо иронии говорю об этом. К разговору о том, что моя теория, она работает, когда я говорю, что коллективу надо для того, чтобы стать реальным коллективом, узнаваемым коллективом, значимым для какой-то более-менее вменяемой аудитории по количеству. 10 лет. Вы, мне кажется, преодолеете вот этот путь гораздо быстрее. По крайней мере, редкий случай, когда коллектива так немного, а он настолько зрелый. Это вот тот самый случай. Кто у вас все-таки... Ну да, и мы еще с Никитой, мы репетируем сколько месяцев там, полтора. Ну, около месяца где-то, да. Поэтому у нас очень все еще... Не, ну он нормально рубит. Нормально рубит. Спасибо. Чего? Да он и парень, в принципе, неплохой. 8 килограмм, правда, набрал. Зрелый коллектив. Кто у вас все-таки зрелое ядро в коллективе? Зрелее Ксюши никого. Понятно. А мы мальчишки, нам же... Пацаны, да? Да, мы лишь бы это, песочницы там. Как обычно говорят, я девочка, не хочу ничего решать, мне бы обнимашки. А она у вас получается без обнимашек, она получается девочка-кремень. С этими самыми. Но она же девочка, она чередует. А вот в этом смысле женщинам гораздо удобнее. Да, действительно. То я сильная, я сама, а то я слабая, да. Помоги мне. Да. А ты соло играешь? На гитаре? На ля миноре. Не дури мне голову, молодой человек. Она просто у нас очень любит, когда барабанщик выдает сольную партию. Если ты можешь сыграть соло, мы бы были тебе страшно признательны. Как вы сразу так прям... А что ж делать-то остается? Время-то ограничено, надо что-то делать. Ну, может, ой, как-нибудь там в конце песни. В конце пойдет? Следующей песни. Ну, почему бы и нет, кстати, да. Хорошо. Имей в виду, я запомнил. Я запомнил. Главное, чтобы я запомнил. Я напомню. Как будет называться следующая песня? В чужих мониторах.
Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня в ваших мониторах группа «Wake Me Up», их новый альбом, который называется «Дом». Поехали. Ну все, 3 КГ минус. Ты можешь сегодня совершенно спокойно гордиться собой. Спасибо большое, что не забыл. Спасибо огромное. Wake Me Up здесь сегодня. Еще раз хочу напомнить, альбом «Дом», презентация этого альбома. Я так понимаю, что презентация этого альбома сегодня впервые, да, да. Самая первая. По сути дела, вы не играли никогда его еще живьем. Нет, нет.
клево, да? Да, нет, нет. А скажи мне, кто рисовал обложку альбома? Потому что очень... Ну, это фотография, я понимаю, что... Это фотография Ярославль, 70-е годы, по-моему. А, то есть фотография не стилизованная, она с тех пор, да? Да, очень старая, да. Венский такая. Стул, вот эти замечательные бабушкины чайнички с тарелочками. Чудесно. Это в группу я сейчас зашел в WakeMeUp, посмотрел там как-то... Это обложка альбома. А рисовал наш очень близкий друг и дизайнер. Очень хороший. Он нам все рисует обложки, все афиши, все он нам делает, а кто, не скажу. Или чего ты так скрываешь-то? Ну, перехватит. Нет, ну у него контракт. А, ну то есть это он делает свободное от основной работы время. Ну что, так, в общем, чаще всего так. Потом со временем все это всплывет. Ну, я имею в виду, выползет, когда... Никогда. Да ладно. Лет через 20, когда WakeMeUp будет собирать не один стадион, а несколько сразу, потому что народ будет столько, что некогда будет впихнуть этих людей. И когда уже все это как бы останется позади, все это начальная стадия, человек сам скажет, ну, я в свое время... Ему будет приятно признаться, что он оформлял в свободное основное время от основной работы время альбома этому замечательному коллективу. По-моему, это... Было бы чем гордиться, вот реально. Кстати, скажи мне, пожалуйста, твой реальный цвет, тот, который был в том году или тот, который сейчас я вижу? Такой примерно, как сейчас. Тогда ты правильно, тогда ты была абсолютно такая блондинистая. Посветлее, да. Посветлее это называется? Ты просто беленькая была. А что, вот скажи, я понимаю, что для женщины это важная метаморфоза, такая перестройка внутреннего даже мира. Подкрасилась, ну, нет, в черненькую и стала черненькой. Вообще нет, я просто хотела длинные волосы. А белые волосы не растут, а темные растут. Белые волосы не растут? То есть я так понимаю, что если... У Вики не растут, да, волосы. Никогда не думал о том, что так бывает. Мне казалось, что любые волосы... Серега, я теперь понимаю, почему у нас Дебальский с такими короткими. У него же белые практически. Нам надо прерваться ненадолго. Час уже прошел. Вот так вот времечко улетает. Я сообщу, может быть, тем, кто не очень в курсе, что пауза будет небольшая. Послушайте программу «Шибанутости». Рекламный блочок, но там скорее анонс наших программ. А затем мы вернемся в студию и продолжим. Еще целый час у нас есть впереди с командой WakeMeUp. Ну что ж, двинемся дальше. Напомню, сегодня в программе «Живые» на своем радио в понедельник, 29 февраля. Кстати, последний день зимы, с чем мы вас всех яростно поздравляем. Хотя зима в этом году была странная. Ползима, полвесна, полуосень. В общем, трудно разобраться. Но, тем не менее, по календарю, если иметь в виду календарные даты, сегодня последний день зимы високосного, так правильно по-русски, года. И именно в этот день здесь, сегодня, WakeMeUp, запомнить будет, мне кажется, несложно, даже не по дате, а потому как замечательно они работают, эти молодые, потрясающе интересные, качественные музыканты. Сегодня их альбом, презентация первая, по сути дела, такая вот общественно важная и значимая презентация альбома «Дом». Так как пауза была, и у нас есть традиция, после паузы во втором части сразу начинать с песни. Ксюша, скажи, пожалуйста, что это будет за произведение? «Домой». Как всегда, живой звук в программе «Живые». WakeMeUp. Поехали. Все, дома. Короткая дорога у нас получилась домой на сей раз. Ну, давайте еще раз попробуем. С левой ноги. Поехали. Это было так давно, времени не знаю.
Wake Me Up. Сегодня здесь Ксения Островская. Это тот вокал, тот голос, который вы слышите, собственно говоря, в этих песнях. Почитаю кое-что, потому что народ пишет. И пишет интересные вещи. Вот Сергей Васильев написал: да, успел-таки на эфир давно. Ну, не 5 лет, конечно, слежу за вашим творчеством. Ксения покорилась первой услышанной песни «Так держать». Михаил Стругацкий пишет: волшебная музыка, завораживающий голос, слушаешь и просто заслушиваешься. Прям как сирена из мифов может увести безвозвратно в какой-то иной мир или дом. По-моему, очень красивая метафора. Викинг написал: а для меня эта группа является открытием 2015 года. Еще каким открытием? Вошла в тройку любимейших, то есть в тройку с Люмином и Луной. Вот так. Причем самое интересное, что у Викинга все коллективы, все три, пишутся латиницей. Вот интересно, совпадение или случайность? Удивительная история. 46-47, короткий номер для ваших смс. Сначала свои, пробельчик, а дальше сообщение. Николаю привет от Семеновской. Завтра не проспи, плиз. Иди-ка к микрофону, пожалуйста, расскажи, что это такое. Что это за секретность или что это за шифр такой? Что такое, кто такое, кто такие, кто такая? Для начала это не кто такая. Семеновская — это такая станция метро, на которой находится магазин, в котором я работаю. Ах, вот оно в чем дело. Ну тогда скажи в двух словах, что за магазин. Магазин музыкальных инструментов «Динатон» на вот. Семеновской. Оттуда тебе, собственно говоря, и написали, что... А почему не про... А, на работу, в смысле, не проспать? Да. А, боже ты мой, ты что, обычно ложишься спать в 9 вечера, что ли? Ну, я не знаю, что они там у себя вот. На Семеновской думают, но... Ерунда же, время детское. Ну, да. Совершенно детское время. Если уже говорить о том, чем занимаются музыканты, ну, в принципе, это нормальная история, к сожалению. Как оказалось, она нормальная не только для России. Выяснилось тут не так давно относительно... Не так давно, 5 лет назад, выяснилось, что и на Западе музыканты, молодые коллективы, которые пока не стали еще ACDC и там Iron Maiden, они, в общем, точно так же работают и играют, и дают концерты бесплатные, и пытаются куда-то втиснуться, и пока идет вся эта работа музыкальная, творческая, они все равно где-то работают и чем-то занимаются, зарабатывают себе на жизнь. Так что никогда не говорите, что только в России, везде так. Это совершенно нормальная практика. Ты работаешь? Работаю. Кем? В области красоты. Ну, это понятно. Кем? Мастером. Чего? Это я. Ну, да, сама рассказываю. Не могу я за тебя рассказывать. Я сейчас хочу тебя познакомить с теми, кто тебя не знает. Как ресницы, можно... ресницы. Я люблю очень наращивать ресницы. Так. Работаю, ресницы наращиваю. Мне нравится. Наращиваешь ресницы. То есть ты вот круглосуточно, не прерываясь, в принципе, сидишь и занимаешься тем, что растишь ресницы. В колбочках, в емкостях. Как грибы, как цветы, да-да. Так думаешь. То есть это специализация, и ты только этим занимаешься? Ну, я не только этим занимаюсь. Ну, деньги зарабатываю я в основном этим. Ресницами? Да. А вообще я очень много... Конечно, звучит. Я зарабатываю деньги ресницами. Удивительное дело, понимаешь. Хлопай ресницами и улетай, это называется. Вот это, когда я вижу какую-нибудь даму очаровательную вот с такими вот махаонами, это твоя работа чаще всего. Нет, у меня хорошая работа. А кто сказал, что она плохая? Я к тому, что ресницы длинные, это накладные. У меня есть вкус. А, то есть слишком длинные ты не накладываешь? Нет, да. Нет? Нет, мне тут позвонила одна, говорит, хочу толстая, 12 до 14. Не взяла ее. Толстые чего? Дальше терминология идет. Толстые — это толщина ресницы от 12 до 14? Да, такие, как зубочистки она хотела, чтобы я ей нарастила зубочистки на ресницы. Так этим убить можно. Да, ты же подумала, что... Не стала ты этого делать? Не стала. Мне просто интересно посмотреть на девушку, которая имеет желание такие толстенные ресницы себе, чтобы слышать, как моргает, что ли? Ну, наверное. Ну, чем толще, тем ярче. А, кстати, а в этом есть смысл, в этом есть логика. Ты понимаешь, вот моргание женщины, они ведь выдают ее настроение. И, к примеру, ее мужчина говорит ей: «Как ты себя ведешь?» И она так хлоп-хлоп-хлоп, значит, она волнуется. И слышно сразу... Реснички захлопали. Или, например, он говорит: хочу сделать тебе подарок. Посмотри в окно. Она смотрит, а там стоит какой-нибудь мини-купер, обвязанный замечательной бантиком ленты. И у нее так... И ты сразу слышишь по хлопанию ресниц, что она счастлива сейчас. Просто. А еще на мини-купер наклеены спереди такие. А это ты свои фантазии уже, да, сейчас? Нет, нет, клею сейчас. Я знаю, я видел машинки с ресничками. То, что я работаю, что ли? Нет. Смотрится, это, конечно, удивительно. Ну, скажи теперь, иди сюда. Ты что, да, надо уже всех, раз начали уже опрашивать, давай всех. Вадик, вот ты еще работаешь где-нибудь, кроме как музыкантом? Да, конечно, основная работа —
Это студия творческого развития Sunbeam Music. Дети, взрослые, обучаем всему: танцы, вокал, музыкальные инструменты, все что угодно. Ты вот еще и танцуешь? Ну, не я конкретно, нас много, большая дружная команда. Вот я ты лично чему учишь? На должности педагога по классической и бас-гитаре. Ты еще классическую гитару преподаешь? Ну, чуть-чуть, да. Круто. Не, ну это правда круто. Кто остался? Остался у нас, собственно говоря, Никита. Ты чем зарабатываешь? А, ну я понял все. Да. Понятно. Ты живешь музыкой. Шоу-бизнес, извините. 4647, это короткий номер для смс-к ваших. Сначала свои пишите, пробельчик, а потом... Сейчас прочитал одно сообщение в личку пришедшее. Честно говоря, припух слегка. Но, тем не менее, да, озвучивать этого не стану. Вопрос гитаристу. Если зачитаете, почему именно Fender гитара? Мне тоже, мне кажется, что для такого стиля... Вот начались советы. Esp подойдет, LTD там или Ibanez. Чего говори в микрофон-то? Есть LTD, будет LTD, сегодня будет LTD. Ну, видишь, человек считает, что то, что ты играешь на Fender, играть нельзя. На Fender можно играть. Для меня Fender — это самая играющая гитара, но это лично мое сугубо мнение. То есть мне просто нравится. Я считаю, что только Fender звучит, потому что только у него есть специфический звук. Угу. Такой отличительный, так сказать. Угу. Вот. А все остальное Ibanez. Ко мне подошел один раз человек и сказал, что я неправильно диафрагмой шевелю, когда пою. Так, секундочку. Мне интересно, конечно, эта постановка вопроса. Девушка, вы знаете, вы как-то очень неправильно шевелите диафрагмой. И левая легкая у вас не в такт открывается. А как можно усмотреть человека, как он шевелит, простите, диафрагмой? Ну, после концерта он такой: прекрасно поете, вообще замечательно у вас все. Но вот диафрагма что-то шевелится неправильно. И что ты ему ответил? Она не стала дослушивать, она просто... Я на ее месте. Просто я сидел рядом, как раз разговаривал о том, что у меня звукосниматели не те на гитаре с этим человеком. А потом он сказал, что Ксюша неправильно диафрагмой двигает, и она такая: Коль, ну ты дальше. Ну, в общем, очень правильный поступок, надо было просто сваливать оттуда. Этот человек в итоге, он не вынес мозг остальным музыкантам, нет? Или как? Остальные музыканты оказались более привилегированные. То есть у них все было в порядке? Нет, с диафрагмой. Они с ним не виделись. Давайте петь дальше. Что это будет? А еще раз напомню, сегодня презентация альбома «Дом» от группы «Ветер». А у нас в Москве презентация скоро альбома. Нам бы не забыть. Конечно, как мы можем забыть? Мы обязательно к этому подойдем. Мецофорта. Во сколько? 11 марта. Во сколько? Мы выходим на сцену где-то 8:30. До нас еще команда. Клуб Мецофорта, 11 марта. 8 вечера. 8 вечера пускай собираются, а вы, дай бог, к 9 соизволите выйти. 8 вечера. На сцену. Или все-таки в 8 вечера? 11 марта в Мецофорта. В 8 вечера. Договорились. Ну, в общем, все, мы забились. 8 вечера, Мецофорта, 11 марта. Презентация этого же альбома, альбома «Дом». Это будет живой большой концерт. Я полагаю, что вам нужно быть там, необходимо быть там, потому как энергетика, она по приемчику вашему, конечно, передается определенным образом, но видеть людей на сцене всегда гораздо интереснее, чем просто так слушать, смотреть в картинку. А как песня-то называется? «Падаю». Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня «Wake Me Up». Поехали. Куда без страшных?
Вот тут, кстати сказать, народ отмечает. Действительно удивительное сочетание. Это невозможно не заметить. Такой, ну, как бы сказать, пронзительный вокал, глубокий вокал, мощный вокал и такая тихая в обычной речи. Это ты сознательно себя так тишишь? Или вот ты такая и есть, а песня, что называется, вытаскивает из тебя несколько иное нутро? Ну, я такая, какая есть. Такая тихая, спокойная, ну, в общем, размеренная. Да, мне кажется, ты не только на радио такая, я в обычной жизни тоже. Да, я об этом и толкую. Не фееричная, скажем. Ну, я фееричная, но... Как-то не феерично, очень даже. Феерично, просто. Нет, ты фееричность несколько иначе понимаешь, чем я, судя по всему. То есть ты человек спокойный по жизни. Но не, меня легко отвести и вывести достаточно легко. Но я стараюсь держать себя в руках. Ну, я человек, я живая, я могу разозлиться, могу веселиться, могу быть спокойной, могу, что хочу, то делаю. Хороший ответ. Вот финалочка мне нравится очень. Могу, что хочу, то и делаю. Тут просто некий Андрей Водовский предлагает взять тебя на радио в качестве ведущей. Голос нравится человеку. Ну, вот тот голос, которым ты разговариваешь. Возьми меня, пожалуйста, на радио. Как же, вот какое железо пока горячо. Я понимаю, о чем ты сейчас. Ну, а что бы ты тогда могла... Вот давай так, раз уж пошел такой разговор. А что бы за программу ты могла бы делать на радио? Просто интересно. Ну, что-нибудь для малышей. Ты хочешь Хрюшей, Степашкой? Кем ты хочешь работать? Доброй феей. Феей? Да. А что значит для малышей? Что ты видишь? Ну, как ты понимаешь эту программу? Ну, вот, допустим, предположим, когда... После полуночи. Спокойной ночи. Малыши. Малыши. То есть программа «После полуночи» для малышей, я так полагаю, где-нибудь... восточного региона страны, как минимум, да? Для тех, которые в это время, когда взрослые люди занимаются созданием малышей, чтобы эти малыши уже подтягивались к эфиру. Хорошо, ну давай с тобой поиграем немножко. Как бы ты здоровалась в эфире этой программы? Хорош. Ты же не хорош? Отвечай теперь. Вот как бы ты здоровалась в программе для малышей после полуночи на своем радио? Вадим мало говорит. Как бы ты здоровался с малышами? Она хотела бы узнать в данном случае. Здравствуйте, детишки. Мы начинаем нашу передачу. Тем, кому уже перевалило за 12. А по-моему, было бы очень неплохо. А дальше Ксюша. Дальше Ксюша, которая лежит под столом сейчас практически. Ксюша, которая говорить не может. А у тебя были когда-нибудь, правда, такие мысли? Что-нибудь вести, где-нибудь делать на радио, на телевидении? Или ты ограничиваешься творчеством только песенного характера? Ну, вообще только песенного. Не, у меня дикция не очень. Я поэтому не думала об этом. У тебя хорошая дикция. Спасибо большое. А вот когда ты говоришь, что у тебя есть дикция не очень, что ты имеешь в виду? Извини, конечно. Но там картавлю. Да ладно. Я просто все это время этого ни разу не услышал. Теперь мне интересно, по-моему, наговариваешь ты на себя слегонца. Ну, в общем, это не твоя стезя, да? Я так понимаю, что ты особо к этому не стремилась никогда. Если будет предложение, я с удовольствием, да. Чистая женщина. Вот чистая женщина. Я, конечно, не очень, но если будут предложения... Интересная постановка вопроса. Этим надо гореть так же, как, собственно говоря, и песней. Волшебство. Просто волшебство. Пишет Денис Журавлев в данном случае. Но это он имеет в виду, конечно же, то, что происходит в этой студии, то есть песни и, собственно, исполнение, которое эта песня, этим песням соответствует. Вот, кстати, что касаемо всех песен твоих, ну, не всех, может быть, но большей части, они все про какой-то взлет, падение, про поиск себя прежде всего. Если про дом. Про дом, понятное дело. Про мир, много песен про добро и про мир. У нас. Так. Хорошо, да. Так вот, я-то как раз заострил внимание на вот этом взлете, падении и поиске себя. И как раз ловли себя при падении и поднятии, как Мюнхгаузен за волосы в горы. Часто было, что падало, по ощущениям. Падало в своих собственных глазах, может быть, или падало. Да, каждый день. Каждый день? То есть ты каждый день падаешь и встаешь? Mm-hmm. Падаешь и встаешь. Mm-hmm. Ну, тяжело же. Mm-hmm. Это морально очень выматывает. Mm-hmm. Ты сейчас дослушиваешь меня или думаешь, я хочу дать? Ну да, мне так себя жалко стало.
детства, мне кажется, тоже тяжелая жизнь у человека, который каждый день падает. А Михаил Стругацкий написал, что голос уж правда очень приятный. Особенно программу «После полуночи» очень приятно было бы слушать. Я думаю, малыши после 16 и старше не отрывались бы от эфира. Ну, Михаил, в данном случае... После полуночи видеотрансляции бы не было, поэтому вы бы слышали только голос, а фантазировали бы уже сами с собой. «Возьми меня, Семен», пишет Павел Паромов. А Семен непроизвольно бросил взгляд на Юлю. Были ли у Юли в этот момент тяжелые колющие рубящие предметы? Камера умалчивает. В данном случае Павел, Ксюша, имел несколько иное в виду, безусловно. Да, Юля, кстати сказать, сейчас пожимает плечами, она даже не в курсе, она вообще не в курсе того, что происходит в эфире, она сейчас занимается там совершенно другими делами. Я, кстати, где-то, вот хочу очень пояснить одну штуку, где-то, не помню, в каком-то из комментариев, то ли на YouTube, то ли еще где-то, увидел комментарий, который призывает убрать эту болтающуюся голову из кадра, мол, ВКонтакте можно посидеть и в другом месте, это имели в виду Юлю, продюсера программы. Так вот, если человек, который это писал, слушает, вот эта вот болтающаяся голова, собственно говоря, и есть виновница всех тех коллективов, которые в этой студии происходят. И сидя вот там у себя в мониторе, она не просто сидит, болтает головой в ритм происходящего в студии, она еще и камеры вам, идиотам, извините, таким людям, которые этого не понимают, поворачивает нужным ракурсом. Это она управляет камерами, которые делают картинку. И сидит она ВКонтакте, либо в тех секундочку. Не просто так, она помогает мне, ведущему в данном случае, выискивать интересные сообщения, потому что я, извините, треплюсь, не особо часто могу позволить себе копаться в сообщениях, она выбирает лучшие и скидывает мне их в личку. Поэтому так это иногда, думайте, что пишете, иногда бывает, ну правда, человек напишет какую-нибудь фигню и думаешь, ну дурак, не дурак. Ну вот, ну правда, ну дурак, не дурак. Тебе часто попадались люди, когда ты смотришь на него и думаешь, ну дурак ты или нет? Ну что тебе сказать-то впрямую? Ой, раньше так мне это все обижало, а сейчас у меня как будто какая-то броня на самом деле выросла. Это перекрасилось просто. И меня дураки так смешат. Но у нас сейчас альбом вышел, и много очень комментариев, всяких репостов. И в основном положительные, но есть какие-нибудь негативные, но меня вообще нисколько не трогает. Подожди, негативные, что ты имеешь в виду негативные? Ну, какая-то критика абсолютно не критика, а какая-то... Критиканством это называется. Да нет, там что-то голос у нее трещит, как это... Голос трещит? Как швабры там, ну, что-нибудь такое, ну, дребезжит. Да, ну, какая-нибудь фигня просто. И я раньше бы там расплакалась, подумала, зачем я больше не буду заниматься музыкой, ему не понравилось. Я теперь понимаю, как ты относишься к критике, но у тебя сейчас понимание критики немножко изменилось, я так понимаю. Все-таки, наверное, нужно, чтобы критика... На самом деле у меня выросла такая крепкая броня, что до меня вообще слова с трудом долетают. За счет чего? Прости, из-за чего она выросла? Я не знаю, просто мне стало вообще... Вот я делаю, что делаю. Но прежде чем исправить следующую песню, еще два сообщения вам прочитаю. Вот болтающаяся голова, мне их тут скинула в личку. Сидит тут, понимаешь, от нечего делать время от времени. Значит, где-то на уровне интуиции пишет Дарья. Я сегодня понимала, что надо обязательно послушать, посмотреть живых. На уровне интуиции. И мое шестое чувство не ошиблось. Группа классная. Спасибо. Александр Саданов написал: «Эх, это невероятно, потрясающе. Сравнение с Луна, но это как бы очень своеобразно». Make me up. Почему make? Wake me up. Make up, да. Wake me up уникальный. Будут уникальны. Возможно, продолжение нового ответвления в известном стиле. Кстати, да, вот эта мысль от Александра мне... Вот можно я перебью тебя? Да, следующая песня меня. Называется «Между двух столиц». Вот она вообще выпадает из нашего какого-то общего альбома «Строение». Там будет такая вставка. Коля раньше играл в группе «Металл», а еще... «Металлика»? «Металлика». Тут, я думаю, что-то общее есть. Он какое-то время играл в группе, можно, да, рассказывать, Plate? Plate, можно про Plate рассказывать? Это, в общем, и оттуда я взяла вот «Зачем» из своего старого проекта, а он внес в тот проект песню, и здесь мы ее переделали, ну, в общем, получилось, расскажи пару слов. Вынудила таки встать. Ну да. Ну говори уже тогда, раз встал. Что ты имеешь? Ну там Ксении не понравился... Один момент. Очень один кусок. Пришла на репетицию, а там металл вообще. Я думаю, что я буду с этим делать? А сейчас она, ну, вот прям очень мне уже... Вштыривает уже. Ну, у нас периодически такое случается, что я там что-нибудь такое замудрю, она такая на меня смотрит, типа, ну, Коль, ну я как я буду петь? Я говорю, ну, Ксюш, ну ты же знаешь, как петь, ты же профессионал, ты же можешь все спеть, ты же все поешь. Я говорю, ну нет, я не понимаю, а теперь ей нравится. Теперь она понимает, как петь. А так... Искусство...
или там культуру надо насаждать. Все правильно. Да. Правильный посыл. Ну что? Вот, а так она просто в пониженном строе, там, в общем... А, наконец-то взял гитару правильно. Да, наконец-то я взял правильную гитару, как раз вот... В ответ на ту реплику, да. Вот, и в прошлый раз спрашивали, как пометальнее, вот в этот раз мы подготовились в этом плане. Вот, я хочу еще по поводу этой гитары, просто я, так как я всего лишь в музыкальном магазине работаю, у меня только один Fender, и я не могу набрать денег на нормальные гитары. Поэтому я беру гитару у друга и хочу поздравить маму друга с днем рождения. Спасибо большое. Подожди секундочку, но это неправильно. Как зовут друга? Друга зовут Максим. Вот, мы с ним дружим очень давно, но это тоже долгие истории. Ну, а маму как зовут друга? Понял, садись, играй. Двоечник. Ну, в общем, маму Максима надо поздравить с днем рождения. А друга Николая Орлова. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Wake me up. Поехали. We'll be right back.
ничего себе! По року ударили. Вот это голос. Не хотели бы в будущем записать тяжеленький альбомчик. Константин Твердый написал. Ну, я так смотрю сейчас, так потихонечку, когда ты услышишь те радостные, я бы сказал, комплиментарные вскрики, ты уж подумаешь, может, правда по металлу пойтись? Чего, раньше как не очень нравилось, но сейчас убедили, и звучит вокал-то под металл, ну, под такой тяжелый, под низкий строй, очень хорошо звучит, прям вот как надо. Чего ты киваешь-то? Самый согласна или делаешь вид? Не, ну, я, ну, да. Максим Зверев спрашивает, вот, Ксения, если бы вам выпал шанс отправиться в прошлое, то что бы вы сделали в прошлом, чтобы было, так, чтобы, вот так, что бы вы сделали в прошлом, чтобы что-то изменилось в будущем? Понял. У нас до конца эфира совсем мало времени, а этот вопрос, видимо, нужно долго обдумывать, как я понимаю. Но нет ничего такого. Ну так, убить Гитлера – это не очень, наверное, оригинально, но пускай будет так. Ну сейчас ты такой клубок интересный размотаешь, если мы начнем говорить о Гитлере. Если бы его убить, не было бы вот этого, не было бы вот этого. Но тогда, в общем-то, он встал у власти в Германии благодаря Сталину. Там много нюансов. Тогда нужно было бы, наверное, сейчас целые вот часа... Понимаю, да. Поэтому не туда пошла, не туда пошла. Ну, в общем, пока таких мыслей не было, да, чтобы ты сделала, чтобы изменить будущее. Крутота, молодцы. И этот голос, пишет Денис Журавлев. Почему на Денисе у меня все время писит, получается? Денис Журавлев написал. Блин, просто нет слов. С прошлого их эфира в живых меня впечатлила эта группа. Очень ждал сегодняшнего эфира. Крутота, молодцы. Тра-та-та, спасибо. По-моему, замечательный комментарий. Я что-то задумался, когда вернуться обратно к живым. Вернулся обратно к живым. Понял, что Юлю кто-то назвал «болтающаяся голова». Аж наёкнуло. Если в коллективе сердце барабанщик, то в живых это Юля, пишет Роман Михеичек. Да, не слишком ли глубоко я лизнул? Есть такая хорошая присказка у Маргулиса, люблю его за это. Семён, не надо таких зачитывать, они и писать перестанут. Ну, хорошо, ладно, я учту этот посыл, учту, так сказать, это пожелание, кого зачитывать, кого не зачитывать. Мне всегда нравится, когда ведущему рекомендуют, что ему делать в эфире, особенно если это авторская программа под именем Семен Чайк. Хорошо, пойдем дальше. Что еще мне хотелось бы сейчас выяснить для себя, ну, каким-то образом как-то расставить по полочкам, что называется, всю вашу схемотехнику. Альбом, как физический, да, вот сам по себе блинчик-то он где? Делается. Его пока нету. Mm-mm. Ну, раз не принесли, значит, его пока нету, правильно? Mm-hmm. Вы же, я так понимаю, ну, скорее всего, для вас это будет в некотором смысле дополнительная опция на концерте. Это как подарок зрителям, или все-таки будете продавать его, пытаться? Ну, раздавать-то мы его не будем, потому что они, к сожалению, сейчас каких-то невероятных денег стали стоить. Мы сейчас вплотную очень занимаемся. Mm-hmm. Хочется и на диски, и на флешки выпустить, и все сделать, но потом оказывается, что это дорого. Угу. Вот. Со дня на день он будет на iTunes, и уже все нам пишут на iTunes, хотят купить. На iTunes он вот выйдет. Как к концерту я очень надеюсь, что он появится на физическом носителе, но он точно не раздавать. Ну, я бы раздавала с удовольствием, но это невозможно. Ну, то есть деньги, которые были затрачены, надо попытаться как-то отбить, ну, конечно, да, на эту историю. Я к чему заговорил об этом? Просто мы скоро запускаем, вот уже на днях запускаем интернет-магазин, угу, своего радио. И там достаточно много полочек, на которых оставлены альбомы коллективов и представленных в ротации, конечно же, в первую очередь. Поэтому, если что, можем попытаться помочь. Может быть, у вас помочь. Есть какие-нибудь люди, которые диски печатают, потому что мы вот завтра уже, послезавтра собирались все это делать. А, ну дорого. И все дорого. Вдруг есть какие-то знакомые появятся на свое радио, которые нам предложат сделать подешевле. Как она заходит? Как она заходит? Так это очень умно заходит, красиво заходит. Ну, люди, конечно, есть, которые печатают альбомы, но это, скорее всего, те самые люди, которые вам их и печатают. По сути дела, не так много мест, где делают хорошо, качественно и при этом дешево. Правда. Дешево не всегда качественно, к сожалению. Так уж как-то сложилось, так как-то складывается. И это, извини меня, реалии жизни. Надо бы, наверное, что-то еще петь. Как ты думаешь? Да. Кому ты машешь? Не знаю. Кому ты машешь? Там кто-то машет мне. Я машу ему. Что? Что это будет? О мире. Это еще один сингл. Он прошлой зимой, наверное, да, вышел первый сет весной. О мире. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Wake Me Up». Погнали. We'll be right back.
Хлопаешь после песни. Ты кому хлопаешь? Можно? Никите сейчас похлопаю. Спасибо. Ну, я просто хотел подчеркнуть, что это конкретно ему, потому что мало ли, то никто не знает кому. Кстати, кто кого обманывает? Вот, например, Борис Приматов пишет, кстати, на Google Play у группы 5 альбомов. Ну-ка, объясняй, пожалуйста, ситуацию. Что такое? Я не знаю. Правда. Вика у нас. Ну, просто если Борис, если вы сделаете, скиньте сюда ссылочку на, ну, хотя бы понять название альбома, потому что. Может быть, он из будущего, Борис. Всего второй. Какой год, простите, у вас сейчас в календаре? Мне интересно, какому. Как следующий называть? Да, как следующий. А то идеи заканчиваются. Так вот, на Google Play оказывается 5 альбомов от Wake Me Up. Интересно, каким это образом такое может быть? Не, ну с точки зрения пиара, название у нас оказалось не очень, конечно. Ну, есть всякие. Ты сейчас с сожалением об этом говоришь? Ну, много исполнителей используют в своих строчках там и в названиях, в текстах Wake Me Up. Wake Me Up when September ends. Все, и не найти ничего нигде. Везде эта песня.
Угу. А Google Play тут при чем я сейчас? Вот я сейчас хочу. Ты с кем сейчас разговаривала? В Google Play у вас 5 альбомов. А при чем здесь не очень удачное название? Чего ты сама себе начинаешь? Ну, я не знаю, ну покажи, что это такое. Не знаю. Человек написал сообщение. Кстати, на Google Play у группы 5 альбомов. Напишите им, они поправят. Что поправят? Количество альбомов? Или вам написать? Может быть, он, включая синглы, наверное. Может, это он нас и обманывает? А, подожди секундочку, если иметь в виду синглы. Сначала EP вышел, потом первый альбом, потом два сингла, потом второй альбом. Вот, и все тогда. Тогда, Борис, извините, Приматов, фамилия такая у человека. Все в порядке, все правильно, их 5. Ну, просто 2 номерных и 3 сингла. Mm-hmm. Вот таким вот образом и выйдет картиночка 5 альбомов. Mm-hmm. Если называть EP-шки альбомами, то тогда их 5. Mm-hmm. Все, очень хорошее название у коллектива тогда, да? Да, название, да, отлично название. Очень хорошее, тогда очень хорошее название у коллективов, никаких проблем. Сергей Малявин написал, что сегодня, конечно, не мое, но какое-то очень очаровательное не мое, которое можно с удовольствием слушать. Вот это говорит о том, что даже те люди, которые не очень любят музыку громкую, ну, да, вот такую жесткую достаточно музыку, и то с удовольствием слушают. Ну, видимо, потому что очарование... Пускай бонус-трек слушает с альбома. Островская. Что ты прицепилась к этому бонус-треку, я не понимаю. Хорошая песня. Да. Хорошая песня, ведь реально хорошая песня. Надо петь, наверное, что-то еще. У вас же, по-моему, 2 песни еще осталось, да, по программе? Ну, на основе альбома одна, ну, еще одна заготовка. Старого. Да, ну я к тому, что программу сегодня вы готовили правильную, 12 песен, как надо. Да, ну мы 11 сыграем, да, в результате. Ну, я уже, да? Понимаю, нормально. Понимаю, да. Какая будет сейчас песня? Последняя с альбома «Дети твои» называется. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Wake Me Up, альбом «Дом». Презентация этого альбома сегодня в программе «Живые». Поехали. Yeah.
только там, где будешь ты. Наш мир не рухнул, но станет лишь сильней. Ты так что верил, что я обречал, но ничего мне не обещал. Поговори со мной, молитвы нас согрей. Поговори со мной, поговори со мной. Ну, в общем, я два часа и пытался это делать с тобой сегодня, поговорить немножко. Времени у нас осталось, правда, совсем чуть-чуть, буквально 4 минуты до конца. Та песня, которую можно было бы исполнить сейчас, сколько она по хронометражу? Уложимся в этот промежуток времени? Или не очень? Сколько? Ну, минутки на 3, на 3,5, да? Или длиннее? Нет? Можем ее ускорить. Давайте ее ускорим тогда, потому что надо заканчивать уже, к сожалению, время вышло. Спасибо огромное. Wake Me Up сегодня здесь были и презентовали свой альбом под названием «Дом». Приходите на презентацию. Завтра? 11 марта в Москве. О, давай повторяй. 11 марта в Москве, клуб Мецефорте. Презентация альбома «Wake Me Up, Дом». Замечательно. 11 марта, Мецефорте. Всем пока, до завтра. Что будет просто. Я видела, как умирает лицо.